А мой дедушка родной, киевлянин коренной, чуть со страха не сошел с ума. Вдруг такой слушок пошел, что хотят снести подол и построить новые дома. Но без подола Киев невозможен, как святой Владимир без Христа. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Верхний вал и нижний вал сам Хмельницкий здесь бывал и поил здесь своего коня. Этот вал хотят снести и поставить там мосты по проекту завтрашнего дня. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы, мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы, мемориальные места. Вот возьмем, к примеру, дом. Петр Первый прожил в нем в тысяча каком-то там году. Но сказали, что потом новый там построят дом. Ну и старый дом пойдет на слом. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. В эти двери сотни пуль садил петлюровский патруль, рассердясь на бабушку мою. Но мой дед был хардкор, он поставил...